Привет всем! Сегодня я расскажу вам историю про настоящую дружбу. Маленькие дети бывают очень изобретательными, а если им к тому же помогают друзья, то они способны на такое, чего от них точно не ждут родители. Сейчас вы услышите историю маленькой Хлои, но для начала не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Малышке Хлое было всего 1,5 года, когда с ней начали происходить удивительные и необъяснимые вещи. Каждую ночь девочка спала в своей комнате в детской кроватке. Если она просыпалась среди ночи и начинала плакать, родители слышали это через радионяню и спешили к дочке. Вообще, мама с папой могли слышать любой шорох, который доносился из комнаты девочки. Но обычно Хлоя спала очень крепко и не тревожила родителей. Но однажды произошло то, чего родители никак не ожидали. Проснувшись утром, они увидели, что их дочка разгуливает по дому, как ни в чем не бывало. Но как девочка смогла выбраться из своей кроватки? Как она смогла открыть дверь? Родители нашли лишь одно разумное объяснение случившемуся. Они забыли в кроватке игрушки, вскарабкавшись по которым, Хлоя могла перелезть через защитный бортик и плохо заперли дверь в детскую. Поэтому на следующую ночь мама с папой были очень внимательны и не допустили ни одной из этих оплошностей. Но несмотря на все меры предосторожности, на следующее утро Хлоя снова гуляла по дому под присмотром своих друзей, двух ретриверов их семьи. Родители были всерьез напуганы. Они никак не могли понять, что происходит в их доме ночью. В отчаянии папа хотел принести матрас в комнату дочери и ночевать у ее кроватки. Но мама предложила лучшее решение. Пара установила в комнате дочери видеокамеру, которая должна была зафиксировать, что же происходит в комнате ночью. На следующее утро, когда Хлоя вновь разгуливала по дому в компании собак, родители не стали паниковать, а просто посмотрели запись видеокамеры. То, что они увидели, их очень удивило. Около 4 часов утра дверь открылась, и в детскую вбежали Колби и Блу. Именно так звали ретвиверов. Видимо, они нашли способ, как открывать двери лапами. Далее псы помогли Хлое выбраться из кроватки, и компания отправилась обследовать дом. Судя по точным движениям, было ясно одно. План побега из детской эти трое отработали давно, и теперь им вовсе не доставляет никакого труда повторять эти действия каждую ночь. Родители знали, что их псы очень умные, и видели, что они без ума от Хлои, но даже и не подозревали, насколько прочная связь установилась между девочкой и псами. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного ролика.